Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы Ибн Эзры к недельным главам. И урок посвящается Рифу Шлема Разлаха Вихоним Шель Хадаса Батагу Вихоль Исраэль. И мы сегодня с вами переведем отрывок из главы Насо Ибн Эзра к отрывку Назира. То есть это шестая глава книги Бамидбар. Значит, первое, что он пишет, это почему вообще отрывок Назир отписан сразу после отрывка соты. Говорит, что Ешамрим, что причина, потому что соты, если оказалось, что она чистая, что она не изменяла мужу, то есть она зря проходила эту процедуру, то родится ребенок, который станет назиром, то есть такой праведник у нее родится, который будет потом назиром. Мне, говорит, кажется другое объяснение, что это просто контраст, то есть разница между женщиной, которая сота, которая изменяла мужу, и обратная, наоборот, женщина, которая стала назирой и отвергает как бы физические наслаждения и вино, и не будет свои волосы, так сказать, делать красивыми. Да, то есть, да, назир же не просто, он не стрижет волосы, ему невозможно, получается, как следует с волосами что-либо делать, как следует их там, допустим, шампунем помыть. Тогда не было шампуня, но были тоже какие-то у них средства, с помощью которых можно было волосы выделывать. Да, и женщины всегда старались, допустим, незамужняя женщина может, да, которая никогда не была замужем, может попытаться сделать свои волосы наиболее красивыми, как-то аккуратно их постричь, может быть, и это, может быть, он имеет в виду, как-то пытается их сделать. На самом деле, ведь Хазаль так и даршин насчет женщины соты, что почему ее волосы открывают всем на обозрение во время процедуры соты, именно потому что она показывала своему любовнику, да, что пыталась, так сказать, его соблазнить своими волосами. Вот. А здесь, значит, женщина Назира, наоборот, она не пытается, допустим, она замужняя женщина, тогда она, значит, не пытается свои волосы сделать красивыми, а наоборот, их не трогает вообще, как растут, так растут. Наверное, в этом идея у Бен Эзры. Лоти такен сара. Сароша. Итак, Яфли. Опять же, Яфриш, да, Яфли, он говорит, первое объяснение, что это тот, кто сделает, объяснит, да, Мифураш сделает себя назиром. Или да, Ясе даварпеле. Яфли от слова чуть-чуть что-то необычное, да, чудесное. Что так люди, большинство, не поступают. Назир это редкий феномен. Потому что большинство, говорит, народа идет за своими тайвами, своими желаниями. А Назир, он наоборот пытается взять на себя больше, чем требует Тора, да, сделаться особо святым. Недер Назир. Перуш Недер, чтобы стать Назиром. Потому что, говорит, Назир это как прилагательное, что ли, или имеется в виду как глагол. В Еназру, что он как бы как отходит от своих желаний, да, отделяется от своих желаний. И он сделает это ради службы Всевышнего, потому что, говорит, вино портит все, и понимание, и службу Всевышнего. И я, говорит, объясню в главе Ткитейце секрет, связанный с этим. Есть разные предположения, что имеет в виду Ибн Эзра. Какой там секрет может быть в отношении того, что вино портит человеческую жизнь. Вот. Одно из предположений, что в Китайце упоминается Бен Сореру Море, да, который пьяница фактически, и его плохой конец. И непонятно тогда, в чем тогда секрет, да? Это как бы простой смысл с текста там. Вот. В всяком случае, Ибн Эзра считает, что пьяница это фактически шаг к
любым другим грехам. И говорит, причина «яин вешехар», объяснение этих слов здесь, это если он поклялся стать назиром, он станет святым в отношении того, что не пьет ни вино, ни шехар. И говорит, наши мудрецы, мати ким он их называет, считают, что шехар — это просто вид вина. Да, это не пиво, как сегодня переводят это слово в современном иврите, а что шехар — это просто более сильное вино. Есть слабое, свежее вино, а есть более старое вино, которое называется шехар. А другие говорят, что шехар — это кефшута, что любое, что приводит к опьянению, то есть никакой алкоголь на визиру не разрешен. У нас халаха, конечно, следует как талмуд, что только назир запрещает себе вино, сделанное из винограда именно. То есть получается, что водку теоретически и другие напитки, пиво может назир пить. Но действительно странно, если основная причина, казалось бы, здесь связанная с пьянством, в случае этой части назира. Да, у назира основные три запрета, но мы не знаем точно причины, которые не говорит, почему именно эти три вещи установлены для назира. Но логика подсказывает, что в таком случае вино запрещено из-за пьянства, а из-за этого еще Гезер сделал Тора, что запретил не только вино, но и вообще все, что связано с виноградом. Но получается странно, если можно ему пить все остальное алкогольное. Может быть, тогда в Израиле ничего другого практически не было алкогольного, все почти алкогольное делалось из вина. Но Ибн Эзра предполагает, что может быть на самом деле шехар — это любой вид других видов алкогольных напитков. И говорит, хомец яин, и мишра, да, навим, это, говорит, гедер. Вот то, что мы говорим всегда, что назиру Тора сделала гедер. А где мы видим гедер? Да, видимо, гедер в том, что логика подсказывает, что основной запрет здесь именно вино, а все остальное — это как гедер, как ограждение вокруг Торы. Что отдаляет настолько от вина, что даже ничего виноградного нельзя. И говорит, в отношении жены Маноаха, помните, та, которая Шимшона потом родила, ей было сказано ангелом, что ничего нечистого пусть не ест. Так Ибн Эзра объясняет, как и Хазар, собственно, что имеется в виду нечистое, не имеется в виду, она не должна там есть что-то нечистое, там некошерное, например, это и так понятно. А имеется в виду нечистое, связанное с тем, что для назира нечистое, то есть, опять же, запрещенное назиру, то есть все, что из вина. Просто, видимо, был особый гедер, что у назир Шимшона, да, он родился уже таким святым, что даже когда его мать была беременна, она не могла ничего есть из винограда. Вот. Я, кстати, не уверен, что так действительно Хазаль говорят, Мифураш, но, во всяком случае, это многие мифаршим так считают, что нечистое там, это в этом смысле нечистое. Есть еще третий вид нечистоты, да, нечистым может называться в данном случае три вещи. Одно это, если объяснение Ибн Эзры правильное, то есть нечистое в случае мамы Назира Шимшона, это значит все, что для самого Назира запрещено, это значит все виноградное. Второй вариант, нечистое это в смысле некошерное, что она особо должна быть осторожна, чтобы ничего некошерного не есть. Но это странно, она и так с этим осторожным, если там праведная женщина была. Третий еще вариант, что нечистое может иметь в виду ритуально нечистое, что она должна была быть в чистоте особой, когда была беременной. Трудно сказать, потому что сам Назир Шимшон, как Хазар объясняет, он мог становиться нечистым даже от мертвых. Да и обычный Назир, другие виды нечистот ему не запрещены. То есть касаться, допустим, мертвой мышки Назиру не запрещено, только мертвого человека. А Назир Шимшону и это не запрещено, это особый вид Назирута, который, да, в Торе не написан, но вот подсказан в книге Шофтим, да, в более поздних книгах Танаха получается. Но это, согласно Хазаль, в принципе, вид Назирута особый, который может человек принять, Назир Шимшон называется. Такой же Назир, как у Шимшона, то есть он не принимает на себя запрет нечистоты мертвеца, но остальные запреты у него даже в каком-то смысле более строги, потому что он никогда не стрижет волосы, в отличие от обычных Назиров. Итак, Мишрат, он объясняет, говорит, нет такого слова больше нигде. И Тав, это здесь смехут, то есть Мишрат, Тав, это, потому что следующее слово, Мишрат чего-то, да, Мишрат это анавим, то есть что-то, во что положили виноград, чтобы он растаял, да, как бы soak по-английски, что-то, что долго лежит, мокнет в винограде, да, и виноградном. Мишрат анавим. Он говорит, что такого слова больше нигде нету в Танахе, видимо.
И имеется в виду что-то, что когда виноград весь растаивает, да, шиемас и манавим, да, вместе с виноградом что-то другое, да, в нем растаяло, да, размокло. А некоторые говорят, что это то, что варили с виноградом, жидкость, видимо. Вот. Но, во всяком случае, все это назиру запрещено. Все, что из винограда сделано, или что-то, что действительно макнули в виноградный сок или виноградное вино. Михарценим виадзак. Следующие слова, которые тоже запрещаются, это, согласно Хазаль, косточки виноградные и, наоборот, кожура виноградная. Но вот какой из них какой, это диспут у самих Хазаль есть. Что из них, какой из двух слов значит косточки, а какой, наоборот, кожуру. И Рабби Элазар говорит тоже, что нету никаких эйнлореа, да, нет друзей у этих слов, то есть, опять же, это хайпакс, как говорят по-английски, да, уникальные слова в Танахе. И говорит, что мифаршим написали, что харцаним это хицуним, внешнее, а заг это, наоборот, внутреннее. А другие говорят наоборот. Я уже сказал, что сами Хазали так и так говорят. В общем, в любом случае он не должен, значит, ничего из винограда есть, даже косточки виноградные. Сегодня, например, масло делают из виноградных костей. Вот моя жена в основном любит использовать для жарения именно масло виноградных косточек, не оливковое масло, как большинство используют. Вот. Grape seed oil называется по-английски, очень популярная вещь. Вот, так здесь получается для Назира все запрещено, даже то, что не напрямую никак не связано с алкогольными напитками или с вином. И дальше Гадель Пера, да, он еще должен отращивать волосы. И он объясняет, как именно здесь грамматически это работает. Гадель как бы типа Игдаль, да, сделает, чтобы выросли его волосы. Да, это пиэль, кажется, называется грамматически. Я уже говорил, что я не спец в грамматике, поэтому в таких вещах я только примерно понимаю, о чем он говорит. В смысле, будет расти в будущем, как бы написано, как будто это просто растет. Растет его волос. Хезиро. Это тоже, значит, глагол в данном случае. Аль-Нефеш-Мед. Он, похоже, хочет сказать, что это либо Нефеш-Мед, да, в смысле, здесь имеется в виду тело мертвого, да, Тор-Ла-Нефеш, или... Да, слово «гуф» здесь просто не упомянуто, но имеется в виду, разумеется, да, что он не может никак подходить и прикасаться к мертвым телам. Даже Леавиву Леймо, своих собственных родителей, он не хоронит. Виаф кили что ли битоу ли ахирим. Теперь, тем более, говорит Ибн Эзра, остальные родственники. Что если уж родителей он не хоронит, то тем более остальных родственников. Что родители, они самый строгий закон Авилута, да, по отношению к родителям. И если их нельзя хоронить Назиру, тем более он не становится нечистым по отношению к другим своим родственникам. Некоторые, говорит, объясняют, что слово Назир от слова Незер Элока Валь Рошо, что у него как корона божественная на голове. И это, говорит, вполне возможно, потому что, говорит, большинство людей, они все работают на свою тайву. Да, они все бегут за наслаждениями, за желаниями. А настоящий царь, говорит, это тот, у которого корона и да, царская корона на голове. Поэтому человек, который готов отдалиться от всех тайв, вот, как Назир, он все равно, что носит действительно царскую корону. То есть, похоже, Ибн Эзра понимает это не в буквальном смысле, обычно считается, что сами волосы, которые он отращивает, это как корона своего рода. А он, похоже, хочет сказать, что ему положена царская корона за то, что он отдалился от всех физических наслаждений, что он настоящий царь, царствует над своей дурной природой, да, над Ецар-Гара. Бифета витом, да, если вдруг произойдет, что кто-то умрет, да, что ему делать, бедняги, он... Если Бифета Питом умрет кто-то, и он стал нечистым. Так вот, Ибн Эзра объясняет, что Пета и Питом это, в принципе, одни и те же, одно и то же значение. Шнеем кровим. Да, и такие, говорит, есть еще слова. Например, Адмат Афар. Есть такое выражение в Данииле. В общем, бывает, что как бы два синонима используются подряд. Пета и Питом. Вдруг.
ветаме, в смысле, говорит, его нечистым сделает мертвое тело теперь этого назира, то бьем тагарато, бимини да, кигута мимет, да, теперь, значит, ему нужно очищаться, раз он нечистый от мертвеца. Это будет описано позже уже в главе Хука, да, как очищаются, когда стали нечистыми от мертвеца. И, значит, он приносит три жертвы. Эхад ли хатат, эхад ли ола, в том числе, говорит, на хатат и ола. Это сейчас речь идет про человека, который стал нечистым. Если он был чистым, он тоже приносит хатат и ола. Но он ашам не приносит, он приносит тогда шламим. И так три жертвы. И когда стал нечистым, чтобы начать заново, и когда он закончил свой период, и чистый назир. Но вот здесь Ибн Эзра говорит, что хасод, секрет в том, что... Что, в смысле, почему нужно хатат приносить? Он, похоже, считает, что это за грех все-таки. Так в чем тогда грех? Не в том, что он стал назиром, говорит Ибн Эзра, а в том, что он стал нечистым. Это, похоже, он хочет сказать. Тут не очень ясно, что он хочет сказать своим секретом. Я уже говорил, что его слово «сод» — это не то же самое, что каббалисты. Обычно «сод» у них всегда это «каббала». Но у Ибн Эзры, у него по-разному бывает, что он называет «сод». Вот. Есть такое объяснение, что «сод» может быть в том, что наверняка, если человек согрешил даже случайно, это из-за чего-то, из-за того, что он согрешил сначала специально. То есть Всевышний Торс так не сделает человека, даже случайно ему грех, так сказать, на душу не пошлет. Поэтому если получилось, что этот назир стал нечистым, пусть даже случайно кто-то у него умер рядом с ним, он оказался в комнате, где кто-то умер, например, то это все равно потому, что он что-то сделал не так, и в этом сод Ибн Эзры. Поэтому, говоришь, нужно ему приносить хатат, ола и, в принципе, ашам. Основная здесь за грех жертва именно ашам. Но интересно, что он не объясняет, а в чем тогда хатат, когда он приносит в конце своего периода жертву хатат. Когда он чистый и все сделал правильно, и все равно он приносит хатат, ола и шламим. Я понимаю, ола и шламим – это не жертвы за грех. Это, наоборот, благодарственные или какие-то еще. Но почему хатат? Хатат обычно считает, что это жертва за грех. Но на это вот хазаль считает, что... Что таки есть элемент греха в том, что он стал назиром. Но Ибн Эзра так явно не считает. Это как раз то, что он хочет сказать, что то, что он стал назиром, это не грех, наоборот. Да, если бы он грех был становиться назиром, тогда если он стал нечистым, ему не нужно было заново еще раз. Да. Хотя, казалось бы, раз он уже обещал, теперь должен выполнить недер. Но Рамбан говорит, что может быть наоборот, в том-то и грех, что он хочет вернуться к обыденной жизни, тем, что он приносит в конце своего периода. Хатат, в том числе, это то, что он не остался назиром. Лучше бы он остался теперь всю жизнь назиром, раз он уже привык, так сказать, быть таким святым. А он хочет вернуться назад и опять снова пить вино и к обычной жизни. И это, в этом есть элемент греха. Вообще заметим, что в отличие от ашам, которые только за реальные грехи приносятся, хатат есть много сложностей с пониманием, что это жертва именно за грех. Потому что не только здесь, но и в случае роженницы, и в случае завы, и другие ситуации, когда приносится хатат. Вроде непонятно, при чем здесь хатат. Да и вообще, вся община приносит рутинно жертвы хатат на каждый праздник и Рош-Ходеш. Поэтому, видимо, хатат это не совсем, это что-то, ну, слово, конечно, грех здесь есть, какая-то оплошность или ошибка, да, промах. Но, возможно, это очистительная жертва общая, которая не всегда за реальный какой-то конкретный грех. Хотя хазаль пытаются сейчас найти грех в случае, когда хатат упоминается, в случае хатат индивидуала. Но не всегда это мамаш грех. Вот ашам это действительно жертва за реальные грехи, и там никак по-другому не объяснить. Там все случаи ашама это серьезные грехи. Итак. И вот это, видимо, подсказывает Ибн Эзра, говоря, что сказали наши мудрецы, «Сахар авейра авейра», да, награда за грех – грех. Что, в смысле, видимо, специально согрешил в чем-то, и поэтому Всевышнему не дал закончить свой назирут, и он стал нечистым случайно теперь. Бионес. Альха нефеш. Это, говорит, нефеш мет имеется в виду, как говорится, да, говорится, за душу, в смысле, имеется в виду мертвого. Так же, как, например, Тора говорит, пусть не человек, когда кто-то умер, не надрезает кожу, опять же, аль-нефеш. Имеется в виду за душу, в смысле за мертвого, да, как знак скорби. Вот. Но если, говорит, был бы грех в том, что он
вообще взял на себя назирут, тогда бы Всевышний не стал его требовать, чтобы он теперь снова новый период начинал. Вегизир ла Ашем эт Йемейн Изро. Да, теперь ему, значит, нужно снова начинать. Коля Ямим Шенедер льет назир, да, все, что он пообещал. Он теперь заново начинает, потому что он пообещал подряд их считать. Раз он стал нечистым, ему все эти предыдущие дни потеряны. Китамен Изро. Он же поклялся иметь подряд, шламим эти дни все. Чтобы не был хефсик. Поэтому ему нужно все дни считать заново. Милот, когда закончилось, он тут, похоже, пытается объяснить грамматику слова милот, да, какой здесь именно корень и почему тав на конце. Говорит, что такие вот корни, которые на алеф кончаются или на хе, они часто кончаются на тав тогда в этой форме. Например, лебилти карат лану, да, тоже тав появляется. Я виото, принесет его, кто кого принесет. Сам назир себя, что ли, принесет? Так считает Хазаль. И так объясняет Ибн Эзра. Я винавшо, он себя приведет, значит, перед коэном в храм. Вот. Еще, говорит, возможно, что имеется в виду, что его заставят, его приведут. Да, если он хочет, не хочет, он должен себе принести нужные жертвы. Да, что коэн, да, прикажет, что привели назира Баль-Кархо. Кевеш, кевес это баран, Захарки, Мишпатаула, да, что вола приносится мужского пола животное. Кевса это не кива, да, наоборот, женского пола. Это, говорит, как хатат, Мишпата хатат, который женского пола для индивидуала. И Эл-Шламим это, говорит, симха, просто радости. Штегишлим это не дрожь, что он закончил свой недер, поэтому радуется и приносит этого особого барана назира. Это хатато. Баавурши из кирба ахрона. Да, говорит, почему упоминается хатато здесь в этом порядке? Потому что первым, последним был упомянут до 17 стиха. Поэтому здесь говорится про коэна. В смысле, он был упомянут после ола. Да? Вообще, Хазар считает, что хатат приносится обычно до ола. Когда нужно ола и хатат принести, то приносит сначала хатат. Ну, Ибн Эзра просто хочет похоже для Фипшуто объяснить, почему хатат упомянут до. Так, говорит, обычно, да, порядок упоминается то, что последнее, да, значит, хатато и олато приносит коэн, а потом айл, да, барана приносит определенным образом, со всеми деталями описано, и вот его волосы назира сжигают под котлом барана, да, сбривает свои волосы, их под котлом третьей жертвы сжигают. И на этом мы закончим наш урок. Лерифо шлема, ля слаха бихуним шель, хадаса батахуба бихуль Исраэль.